600 тысяч долларов на двоих. Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко получат самые большие гонорары в карьере. О подробностях организации самого главного бойцовского события в стране сообщил директор лиги РСС Николай Клименко. По словам спортивного функционера, топовые средневесы получат одинаковое вознаграждение. Каждый примерно по 300 тысяч долларов, независимо от победы или поражения. Поединок Шлеменко-Исмаилов запланирован на 2 июля в Екатеринбурге.